помните красавца-актера, вот что с ним стало, куда исчез Андрей Соколов. Совсем недавно с Андреем Соколовым пообщались журналисты, и он признался, что у него есть одно любимое занятие, которым увлекался еще его дедушка. Андрею Соколову исполнилось 56 лет. Известность к нему пришла после съемок фильма «Маленькая вера», в котором он исполнил главную роль. Также многие зрители его знают по ролям в таких картинах, как «Искусство жить в Одессе», «Царь Иван Грозный» и «Тайна королевы Анны» или «Мушкетеры 30 лет спустя». Актер продолжает сниматься в кино. Четыре года назад он развелся со своей женой Ольгой, которая подарила ему дочь Софью. Но какая настоящая причина расставания, никто точно не знает, потому что пара свою личную жизнь не комментирует. На днях Андрей пообщался с журналистами и рассказал о своем любимом увлечении. Оказалось, что его дедушка разбудил в нем страсть к охоте. С семи лет он стал ходить на охоту, а уже с девятнадцати стал этим заниматься по взрослому. Охота – это ведь образ жизни, и абсолютно неважно с трофеем ты или без. Он рассказал, что однажды задремал сидя в засаде и, открыв глаза, увидел голову медведя. Вот тогда я понял, что такое чистый адреналин без добавок, признался актер. Из наиболее ярких перевоплощений Соколова на сцене в последние годы театра называют антрепризный спектакль «За закрытой дверью». Главных героев в котором сыграл Андрей Соколов и Ирина Алферова. На сегодняшний день Андрей Соколов является востребованным актером. Его фильмография насчитывает более семи десятков проектов. Чаще всего артиста можно увидеть в сериалах. «В наши дни» звезда отечественного кинематографа снимается и продолжает снимать сам. В 2015 году вышел новый фильм «Соколова. Память осени». В этой драме Андрей Алексеевич отвел себе роль второго плана. Ключевых героев сыграли Инна Чу. Евгения Симонова, Александр Лазарев младший и Павел Трубинер. В 2016-м Андрей Соколов сыграл директора шахты в новом сериале ⁇ Уголь ⁇ В этом же году зрители с удовольствием посмотрели продолжение сериала ⁇ Адвокат ⁇ главную роль в котором по-прежнему играет Соколов. Не отказался артисты от появления на театральных подмостках. Андрей Соколов вместе с сыном Чуриковой и Александром Збруевым радует зрителей в Ленкомовском спектакле ⁇ Все оплачено ⁇